Накануне в поселке Круглоозерное выпал град. После непогоды соцсети запестрели жалобами местных жителей, что в результате инцидента пострадали не только огороды и теплицы, но и даже сами люди получили травмы. В свою очередь, аким поселка и департамент ПЧС подтвердили, что град действительно выпадал, однако никаких жалоб от местных жителей пока не поступало.